Сегодня я вас буду удивлять. Здравствуйте, меня зовут Марина Марченко. Я основатель онлайн-школы «Ласточка». У нас особый гость, которого мы будем консультировать по обучению в нашей школе. Итак, встречайте, Петр Перспективный. Здравствуйте, Марина. Очень рад нашей встрече. Здравствуйте, Петр. Я тоже очень рада вас видеть. Слышал, что вы обучаете людей заработку в интернете. Я давно ищу работу вне офиса. В интернете я наткнулся на вашу рекламу, заинтересовался и решил встретиться с вами, чтобы задать вам несколько вопросов. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, дорогой Петр. Расскажите, пожалуйста, чему вы вообще обучаете? Я обучаю людей работе с партнерскими программами. А что это такое, эти ваши партнерские программы? Ну, смотрите, Петр, на Земле наверняка вы встречались с некими посредническими услугами. Вы какому-то автору какого-то продукта приводите клиента и за это получаете свое вознаграждение. Вот это и называется партнерские программы в интернете. Это немножко по-другому, но фокус весь заключается в том, что мы посредники именно в онлайн-бизнесе. Есть некий продукт, есть вы, партнер, вы привели клиента, так, и получили свой процент. Оу! То есть, после обучения я смогу реализовать себя как интернет-маркетолог? Совершенно верно. А сколько я смогу на этом заработать? Это зависит от многих факторов. Это будет зависеть от того, какую партнерку вы выберете, какой процент начисления будет в данной партнерке. Но мы в своем обучении знакомим вас с разными партнерками, разных авторов, и вы обязательно научитесь, если будете прислушиваться к нашим рекомендациям, и в день можно зарабатывать примерно от 1000 до 10 тысяч рублей. Кстати, внизу под этим видео вы можете посмотреть успехи наших учеников и мои личные успехи. Это же сколько часов в день мне придется работать? Но мы не сторонники 8-часового рабочего дня. Если вы освоите полностью весь курс, то вам достаточно будет в день 2-3 часа тратить именно на настройку программы и на саму рекламу, не считая, конечно, времени на обучение. Нужно, наверное, обладать какими-то особыми навыками, чтобы успешно построить свою карьеру на этом всем. Ну, никакими особыми навыками обладать не нужно. Достаточно знать элементарно русский язык и основы компьютерной грамотности. Нужны ли какие-то вложения для того, чтобы раскрутиться во всем этом? Смотрите, Петр, чтобы построить бизнес на Земле, а я занималась бизнесом на Земле, необходимо несколько сотен тысяч рублей, а то и миллионы, чтобы зарабатывать те же, скажем, 100, 50, 200, 300 тысяч в месяц чистым доходом. В интернете немножко по-другому. В интернете достаточно иметь 5 тысяч рублей для того, чтобы начать заниматься бизнесом, а уже потом из заработанных денег раскручивать и масштабировать ваш бизнес. Что ж, спасибо вам большое за ответы, Марина. Пожалуй, я очень заинтересован вашим новым курсом и, возможно, в скором будущем пополню ряды ваших учеников. И вам спасибо, Петр, за проявленный интерес. Будем рады вас обучать. Кстати, если вы захотите в дальнейшем остаться в нашей команде, то вы тоже сможете настраивать такие же системы для наших будущих учеников и вместе с нами в команде зарабатывать. Супер! Хочу с вами работать! Сегодня каждый может научиться зарабатывать в интернете и стать свободным от душных офисов, от злых начальников, от низкой зарплаты. Приходите к нам в команду, мы рады всем!